Баскетбольный матч, только одно «но», в него играют колясочники. Те, кто в силу разных обстоятельств не может ходить. Промахи из выгодных позиций, жесткая борьба, порой даже до падений. В конце концов, радость попадания и победы. В конце этого знаменитого на просторах интернета ролика все баскетболисты встают со своих колясок, кроме одного. Вот оно, проявление дружбы. Или же обычные на первый взгляд люди, только у одних больше денег, чем у других. Кто-то из толпы недавно эмигрировал, есть и представители коренного населения. Разные профессии, религии, хобби, но в ходе эксперимента выясняется, что людей объединяет гораздо больше, чем они первоначально думают. Животные тоже способны проявлять дружеские чувства, причем неважно, собака это или дельфин, кот или сипуха. Для людей дружба животных, тем более разного рода, зачастую забавна и трогательна. Предлагаем мы вам прямо сейчас вспомнить о своих друзьях. Тимур Хакимов, время новостей.